Жители Мексики против намерения американского президента Дональда Трампа построить пограничную стену между двумя странами. Накануне тысячи активистов собрались в пограничном районе Эль-Пунто. Они образовали свою живую стену, держа в руках белые розы. В демонстрации также принимали участие общественные деятели, политики и служащие органов власти. По их словам, цветы – это символ дружбы, которую они противопоставляют строительству ограждения между двумя странами.